Красноярец помог задержать полицейским пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Инцидент произошел на улице Семафорной. Молодой человек заметил, как водитель за рулем автомобиля Honda ехал на большой скорости, совершал опасные маневры и в результате въехал в снежный вал на обочине. Парень остановился, чтобы пообщаться с водителем иномарки и заметил, что мужчина пьян. Молодой человек позвонил в дежурную часть и оставался на месте с нарушителем до приезда сотрудников ГИБДД. После экспертизы полицейские выяснили, что водитель был пьян. Спиртное когда употребляли? Когда употребляли, говорю? Нет. Мужчине грозит лишение прав на 2,5 года и штраф в 30 тысяч рублей. А красноярцы сотрудники ГИБДД поблагодарили за помощь в задержании нарушителей.